А если он прав? Может, я и правда мямля, слабак, сопля? Выживает ведь сильнейший. Это нормально горевать о потере. Легко терять то, что тебе недорого. Наверное. Хорошо поговорили, но мне надо побыть одному и подумать об этом. Конечно. Береги себя. Беги себе. Это ты? Ну что там, Барри? Перестал сопли на кулак намазать. Ты задрал уже! Барри – серьезные проблемы. Черепаха была его единственной радостью в жизни. Кажется, ты начинаешь понимать. Нужно рассказать его друзьям. Надеюсь, еще не поздно. Ну, знаешь, как бывает. Если долго смотреть в бездну, она начинает смотреть в тебя. А Барри за свою жизнь столько насмотрелся, что может в бездну и шагнуть, недолго думая. Держись рядом, хорошо? А Барри вам что-то конкретное говорил об этом своем потерянном друге? Немного. Да ничего почти. Только обронил как-то, мол, это единственный, кто его понимал. Да, не у каждого есть такой друг. Мы поговорили. Держится вроде, но очень подавлен. И явно у него проблемы с Мендесом. Чего?
А в глаза он мне это сказать не мог? Он терпеть не мог свою работу, ему было не с кем об этом поговорить. Он сказал, что вы даже не пытались его понять. Ну что, права я была? Ой, да ладно. Барри просто любит истерику закатить. Надо его встряхнуть как следует, чтобы мозги на место встали. Ну, посмотрим. Нужно будет к нему заглянуть. Спасибо за помощь. Возьми за труды. Барь, ну ты козел! Я же не хотел. Ну ты прости меня. Прости. Мендес, поздно уже. Он тебя не слышит. Ты был сильный, Барри. Железный ты был. Слышишь меня? Сукин ты сын. Прости меня. Я не хотел. Правда. Я Джиллиан Джордан, и это местные новости на 54-м канале. Значит, договорились? Возвращайся, когда стемнеет. Надо же, как тебе повезло-то. Привет. Привет. Я проверяла подвеску. Гидравлика должна быть исправна, а то нам еще по ухабам трястись. Ну что, как спалось? Нормально. А ты? Отдохнула более-менее? Тебе ночью кошмары снились. Ты кричал. Серьезно? Не парься, мне не привыкать.
Мич и Скорпион, когда вернулись с войны, орали во сне каждую ночь. Много месяцев. Что бы тебя ни тревожило, все пройдет. Будем надеяться. Ты придумала что-нибудь насчет Хельмана? Ты удивишься, но да. Смотри. Ну, рассказывай. Ключ — это мы. Кусачки — это Ави. А отвертка — это то место, где Ави должно пропахать носом песок. Знаешь, как мы спустим его с небес на землю? Из твоего пулемета. Нет, он пригодится потом. Броню такого Ави этот калибр все равно не пробьет. Так что мы сделаем по-другому. Вот наше решение. Микроволновая электростанция. Электростанция? Погоди. Ты хочешь использовать Эми? В яблочко. Только как? Мы же не сможем создать импульс такой мощности. Спорим, что сможем? Для начала мы заедем на станцию, заберемся в коллектор и возьмем управление в свои руки. Как только Ави будет в радиусе действия, пустим электромагнитный разряд. У них там вся техника поджарится. То есть двигатель, система навигации... И система коммуникации. Все нахрен вырубится. У них не будет шансов. Только не забудь, Хельман нужен мне живым. Постарайся не разнести это Ави к чертям собачьим. Да знаю, я надеюсь, он пристегнется. У меня есть одна идея, но даже если она сработает, мягкой посадки не получится. Ну ладно, тогда поехали. Супер. Садись, а то холодно. А станция чья? Государство или корпоратов? А не пофиг. Думаешь, кто дергает за ниточки в правительстве? Просто интересно, кому мы хотим насрать в суп. Ты посмотри вокруг, Ви. Разве не очевидно? Тут все принадлежит корпорациям. Любишь гадить корпоратам, да? С чего это ты взял? Хотя нет. Погоди. Бестия, Нэш, стилеты... Ты с огнем играешь. А ты просто любишь нарываться. Ну, значит, хорошо, что я на твоей стороне. Уж это точно. Предлагаю сменить тему. Какой самый странный груз ты перевозила? Вспоминай. А мы что, играем в допрос? Да ладно, скажи. Замдиректора по финансам Кавказа. Ну и что в этом странного? Он ехал в багажнике, в черном мешке. Труп? Долгая история. Может, когда-нибудь расскажу. Сейчас приедем к дамбе, и там остановимся ненадолго. Калибруем тебя с турелью. Надо, чтобы ты тоже мог ей пользоваться. Так у нас будет больше шансов. Подключайся. Может, не будем тратить на это время? Будем. Разве что ты умеешь стрелять без поддержки и в движении. При этом в тебя лупят со всех сторон, и при этом ты еще во что-то попадаешь. Но мне почему-то так не кажется. Так что не выпендривайся, просто делай, что я сказала. Как подключаться? Через личный порт? А как еще? Только следи за Джеком. Иногда его надо чуть-чуть покачать. Подключился. Стой. Сначала диагностика. Черт. Все время выдают ошибку. Странно. Сейчас обойду. Знакомься, панам, это Джонни. Ни с того, блядь, ни с сего. Поздравляю, Ви. Слушай, у тебя, кажется, имплант с вирусом, который сзади на шее. У меня в голове биопроцессор, который работает независимо от мозга. Наверное, он и не проходит твою диагностику. Наверное. Никакие данные из него не утекут. Твоей тачке ничего не грозит. Ок, я верю, что ты ничего не сломаешь. Ну что,
Была не была. Видишь кучу мусора? Дай по ней короткую очередь. Я займусь калибровкой. Отлично. Следующая цель. Один выстрел. Ага, и еще разок. Длинной очередью. Супер! Закругляемся. Вроде не так плохо, скажи. Калибровка — это круто, но не мешало бы еще софт обновить. Сканер, контроллеры — все это устарело минимум на 2 поколения. Я тебе могу нарыть что-нибудь получше на блошином рынке в Кабуки. Если хочешь, конечно. Угу, я подумаю. Главное, что сейчас все работает. Где эта электростанция? Погодь, сейчас увидишь. Покажу тебе одно место. Оттуда хороший вид. Надо только посмотреть, что вокруг чисто. Саботаж на электростанции корпорации. Нападение на транспорт корпорации. Похищение работника корпорации. Ищешь, куда приткнуть слово «корпо» или на что-то намекаешь? Да нет. Ты начинаешь напоминать меня 50 лет назад. Не хватает только харизмы и большого члена. А что, может, мы даже и подружимся? Как считаешь? Если что, я гоняюсь за Хельманом не для того, чтобы подложить свинью Арасаки. Это вопрос жизни и смерти. Моей жизни. Если что, ты за ним гоняешься из-за Арасаки и их грёбаной железки. Какая разница, какие у тебя мотивы? Цель оправдывает средства. И твоя цель – выжить. Все в порядке. Можно выдохнуть. Патрулей вроде не видно. Большая штука – это коллектор. Смотри, видишь эти антенны? Каждая из них принимает волновую энергию со спутников на орбите. Потом она превращается в электричество. Станция обслуживает целый город? Честно? Да хер его знает. Ничего, скоро выясним. Антенны идут по всей магистрали. И если мы запустим цепную реакцию в коллекторе, то каждая из этих антенн выдаст мощный импульс. И Ави влетит, как муха в паутину. Надо только ёбнуть импульсом в нужный момент. Пошли ёбнем. Когда приедем на станцию, ты перегрузишь системы, а я сделаю обвод для детонатора. Может, будет лучше, если я начну с трансформаторов, поиграю с напряжением. Так остальное пойдет быстрее. Идея богатая, но только... Да знаю, знаю, преобразователи. Это не проблема. Просто выкручу все на максимум. Вижу, мы поняли друг друга. И что теперь? Теперь ждем. Нам надо приехать к станции, когда Ави будет на подлете. Понял. Отлично, поехали. Ты раньше что-то такое делала? Сбивать Ави? Одной? Нет. А что? Просто ты придумала крутой план. С этой электростанцией, сетями, системами и импульсом. Ну так. Главное, какой у тебя подход? Я действую по правилу 3R. Это что вообще? Разведка, разработка, реализация. Прежде чем впрячься в любую херню, всегда делай 3 вещи. Сперва разведай, какие будут трудности, и оцени свои ресурсы. Потом разработай план с учетом этих 2 переменных. Возьми то, что есть, найди то, чего не хватает. Ну и, наконец, реализуй план. Все просто. Тебе надо придумывать принты для футболок. 3R – это все, что нужно тебе для счастья. Ну, иногда еще пивка холодненького. Эти 3R ты изобрела? Не, куда мне. Узнала Вальдекальда от Мичи и Скорпиона. Их научили этому методу на войне, а они уже вынесли его в жизнь. Он мне уже пригождался. И сегодня тоже пригодится. А если что-то пойдет не так? Ну, тогда придется импровизировать. А ты что думал? Я тебе дам беспроигрышный рецепт успеха? Блять, ну вот. А я уже почти поверил. С тобой не соскучишься. Ну чё, скоро уже приедем. Еще раз. Заезжаем, расхерачиваем систему и валим к чертовой матери. Держись! Сейчас чуток тряхнет! Приготовься!
Окей, я готов. Дроны! Я займусь! Это все? Да, но тупить некогда. Найди панель, Ви. Я подключу детонатор, давай! По-моему, мы переборщили. Жить будешь. Классно? Все мигает, как ёбаная новогодняя ёлка. Ты хотела на максимум? Вот тебе максимум. Зашибись! Съёбываем, пока нас тоже не поджарило. Ви, уёбывай, пока с чипом ничего не случилось. Спасибо за совет. А я только собирался разложить тут плед и позагорать. Уже крем для загара достал. Я серьезно. В следующий раз мы... Джонни? Джонни! Твою мать! Так, я в норме. Дельтуй отсюда нахер. Не все прошло гладко, но главное, что прошло. Что с детонатором? Он работает? Да, работает. Я думала, сигнал просядет, но нет. Надо просто отъехать, чтобы нас тоже импульсом не зацепило. Нам вон на ту скалу. Оттуда должно быть хорошо видно антенны. Там подождем. Понял. На. Всегда хотел нажать большую красную кнопку. А когда нажимать? Я буду следить за радаром. По моему сигналу ты пошлешь импульс. Они не поймут, что это было. И, кстати, да. М? Мы собираемся жахнуть по объекту Кантау стоимостью в миллионы евро-долларов. И как ощущения? У нас только один шанс, Панам. Главное его не просрать. Не ссы. Я все довожу до конца. Всегда. Вот я заметил. Тут тихо. Ни городского шума, ни голосов, ни запахов. Ничего нет. От ветра это ощущение только сильнее. Я уже и забыл, что такое тишина. Но насчет запахов я не уверена. Койотов не чуешь? Серьезно? А я думал, это освежитель воздуха в твоей машине. Очень смешно. Лучше следи, когда появится Ави. А то пропустим еще.
Вот оно, летит с Пасифики. Так, приготовься. Еще секунду. Еще. Давай. Бум. Готово. Черт, что такое? Чтоб твою ж мать. Ну заебись. Попали. Панам, двигатели еще работают. Они сейчас уйдут. Ничего, не уйдут. Нам надо их догнать. Минутку. Панам, ты что вытворяешь? Теряет высоту. Ну все, им пизда. Поехали. Нормально. После такого уже не полетаешь. Они или сядут, или разобьются. Ты засек их? Прием. Ага. Ави без маркировки, теряет высоту. Это Митч и Скорпион. Ничего себе, какого хера. Заканчиваю все работы у генератора. Езжай за ними, я скоро. Может, батареи сами заработают. Митч, Скорпион, это по нам. Не трогайте это Ави. Повторяю, не трогайте это Ави. Ага, еду. Придется начать праздник без... Это Кандау! Подождите меня! А лучше мотайте оттуда! Наверное, приехали вытаскивать выживших. Они не в курсе, что это корпораты. Черт, меня не слышно. Импульс забивает частоту. Три сигнала на радаре. Дроны. Да, приготовься. Они хотят нас задержать. Хера лысого! Мы должны добраться до Скорпиона с Митчем. Проблема. Не стреляй. Блять, опять заело, что ли? Я посмотрю. Держись, поедем на автопилоте. Заело. Вот. Они у нас на хвосте, по нам. Знаю. Гребаные защелки не открываются. Еще чуть-чуть. Блять! По нам! Да ничего со мной не будет. Вот так, нормально. Еще часик протяну. Часик. За этим холмом. Ну, одной проблемы меньше. Ах, сука! Панам, все нормально? Долбанный рикошет. Ты как, жива? А то живее всех живых. Чувак, ты где? Ага. Алло, отлично. Скорпион! Идите дальше по открытому каналу. Вдруг до них не дошло, что вы тут. Ебануться! Что-то случилось! Ты слышал выстрелы? Ви, с ними что-то случилось! Проверим. Вижу Ави. Скорпиона нет. И Митча. Рассроченный. Ай, хуй с ним. Ви, подключись к дрону. Просканируем округу. Надо узнать, что творится. А нас не обнаружат? Я включу маскировку. Сканеры у них вырубились. Ничего, мы проскочим. Погнали. Подключишься к визору? Угу. Ви, если они добрались до Альдекальта, если Митч и Скорпион погибли... Знаю, я... знаю. Подключился. Беру управление. О, нет, нет, нет. Мне жаль. Это твой клан? Альдекальда. Да. Все погибли. Все. Ви, а если... Спокойно. Мы пока ничего не знаем.
Пять канов в патруле. Боевые дроны. Система защиты активна. Зачистили территорию. Теперь ждут подкрепления. Черт. Ви, это плохо кончится. Гранатомет. Нас разъебут, если подойдем ближе. Может его убрать? Может. Сначала надо туда добраться. Если бы не эти блядские помехи, я бы их предупредила! Это все из-за меня! На кой хер они поехали за эти мави? Бараны! Слушай, мы видели Митча. Наверное, Скорпион тоже у них. Найдем их и освободим. Если только они еще они живы. Они живы. Все будет хорошо. Смотри на установку. Если подъедем близко, нас разнесут. Блядь, тебя уже разнесли. Что ты мне втираешь? Это царапина. Мы разнесем гранатомет, тогда я попробую... Нет. Ты ждешь в машине. С такой раной только мешать будешь. Что за хуйню ты несешь? Там мои друзья! Слушай, я дам знать, когда разберусь с их артиллерией. Тогда ты прикатишь и мне поможешь. Идет? Да, так точно. У меня есть винтовка Митча. Постараюсь хотя бы прикрыть тебя отсюда. Хорошая мысль. Я пошел.
об этом пожалею. Наружу найти рейд! Так, все чисто. Еду к тебе. Подходи! А ну-ка отошли и бросили оружие! Или я стреляю! Повторяю, бросайте оружие спокойно. Быстро! Мы можем сделать так, что никто не пострадает. Мы вызвали подкрепление. Ты как? Ерунда, поцарапали. Вы ебанутые! Ты ранена? Погоди, сестренка, я перебежу. Забей. Пойдем отсюда. Мы не успели отойти, Панам. Они сразу перегруппировались, стали ракетами фигачить. Я потерял всех. Как всех? А Скорпион? Он здесь? Мич? Мич? Он жив? Панам, прости меня. Я не успел. Нет. Нет. Ты уверен? Нет, он... Дерьмовая история. Соболезную. Жаль, что мы не успели. Это были хорошие люди. Прекрасные люди. Они не должны были здесь погибнуть. Я могла его удержать. И я пытался. Тебя бы он тоже не послушал. Слушать было не в его духе. Упертый засранец. Раз вы были рядом, значит, тоже гонялись за этим Ави. Может, расскажете, зачем? Все в порядке? Может, тебе помочь? Спасибо, что вытащил меня. Жаль, не смог вытащить всех. Ну что уж теперь. Зачем вы поехали к Ави? Вы не видели Чиону? В том-то и дело, что не видели. Оно было подбито, а мы знаем эти места. Сразу поняли, где оно упадет. Я подумал, им нужна будет помощь. В худшем случае, мы бы просто забрали добычу. Я не знал, что все так будет.
Мне нужен пассажир, который летел в этом ави. Ты что-нибудь знаешь? Видел его? Они забрали его. На наших машинах. Куда? На запад. Их мало, небольшой отряд. Охрана этого пассажира. Они хотели связаться с базой. Выходит, это вы их шандарахнули импульсом? Да, пытались вас предупредить, но связи не было. Если они забрали тачки, поедем по следам шин. Панам, смотри. Ситуация неприятная, но мне надо догнать Хельмана. Ты обещала мне помочь. Это еще в силе? Я всегда держу слово. Мич, я найду этих тварей. Обещаю. Езжайте, я позову наших. Тут есть чем заняться. Я оставлю тебе тачку на всякий. Только аккуратно с пушкой. Она любит ломаться. Возьмем байки. Давай так. Кантао явно ищут Ави с того момента, как потеряли с ним связь. Лучше поспешите. Панам. Что? Ты же вернешься за машиной? Вернусь. Надо валить, пока сюда не прислали спасателей. Слушай, насчет твоего клана, твоих друзей, я понимаю. Правда. Я тебе помогу отомстить Кантао. Я их всех урою, Ви. Всех до одного. Я пойду с тобой. До самого конца. Знаешь что, Ви, ты хороший. Ты помог мне с Нэшем, потом с Митчем. Я у тебя в долгу. Так что найду я тебе этого Хельмана. А, значит, вот как. Просто отдаешь долг? Нет. Кочевники всегда помогают своим. Так я теперь для вас свой. Польщен. Поехали. Надеюсь, они не слишком далеко. Посмотрим. Там начинаются следы шин. Поехали по ним. Эти ребята были тут! Так, поехали за ними. Скорпион говорил, мне будет плохо в городе. Он так хорошо тебя знал? Может, даже лучше, чем я сама. Он говорил, что когда мне осточертеет город, мы накупим коней. Первов. Набодяжим в термосы кофе с виски и поедем, куда глаза глядят. Он хотел уехать подальше от всего этого. Клево. И я бы так хотел. Да, только он погиб. Почему так всегда? Почему везде сплошное дерьмо? Ну, слушай, всякое бывает. Но ты-то жива, и у тебя есть еще кое-какие дела. Угу. Как я могла забыть? Тут только старый бетон и ржавые железки. Если они хотели отсюда предупредить своих, их ждал большой сюрприз. У меня все под контролем. Вперед, Ви! Вижу снайпера! Прячься! Осторожно! За фургоном сидит снайпер! Нейтрализовать цель! Лети! Держать строй! Ну быстрее, линейные быстро... шопы! Это вам за наших, мудачье! Окружай его! Уже иду! Снайпер вылез! Это хакер! Еще немного и завалим! Выходи! Руки так, чтоб я видел! Зашибись! Вот эта тема! Солдаты забрали Хельмана с собой. Если они перегруппируются и вызовут подкрепление, нам пизда. Тогда ускоримся.
одна из наших, из их машин. Давай подъедем ближе. Тут, наверное, больше можно не искать. Хватит, тут никого нет. Надо проверить, куда Кантау его забрали. Скорей. Они оставили пару человек и поехали с Хельманом дальше. Разумно. Им же надо вызвать своих. Вряд ли они рискнут поехать через пустыню без прикрытия. Надеюсь, Мич связался с Альдекальдо, а то с этими помехами... За ним приедут, не волнуйся. Знаешь что? Что? Вот это и есть моя жизнь. Выбираюсь из одной ямы с дерьмом, чтобы упасть в другую еще хуже. Следы ведут на холм, к старой бензоколонке. Скорее всего, Хельмана увезли туда. Окей, я тебя прикрою. Дроны, патрули. Не засек. Ну да. Вы тут все эти уёбки. Блин, Ви, смотри. Распределители выглядят нормально. Не похоже на заброшку. Они могли выслать сюда новое. Ну, скоро увидим. Наступаем! Стреляю в упор! Вижу машины кочевников. Людей нет. Ага, узнаю. Подтвержденное попадание! Наши. Я внутри. Поняла. Хельман должен быть тут.
Ничего не скажешь. Этот город дрожит от желания. Уотсонская шлюха. Новые серии каждую среду в 10. Только на WNS. Тебя послал. Эй, спокойно. Нам надо поговорить. Кто тебя послал? Юринобу Арасака? Ты меня увезешь или... Загнали в угол и начал ныть. Только в этот раз ему никто не поможет. Заткни его уже. Подожди, не стреляй. Что, не любишь таких? Если что, он от тебя тоже не в восторге. Этот ловчило не знает, кого ему больше бояться, тебя или Арасаки. Ничего личного. Ты вроде собирался позвонить Такэмури, когда найдешь Хельмана. Да, точно. Сейчас позвоню. И не забудь, у тебя есть туз в рукаве. Это Хельман. Постарайся на этом что-то выиграть. Такэмура спас мне жизнь, ты помнишь? Потому что это было в его интересах. Это все бизнес, ничего больше. Он тебе не приятель. Такэмура, хорошие новости. Хельман у меня. Живой? Что он сказал? Живой, живой. Только не слишком разговорчивый. Я везу его в мотель Сансет. Хорошо, я подъеду. Не отпускай его. Как скажете. Пока. Лучше вывести его туда, где тихо. Согласен. Похоже, твои новые друзья прикатили. Это он? Да, он. Вытащи его и закинь на мотоцикл. Сиди смирно. А вот и кавалерия. Мич вызвал кое-кого из Альдекальда. Все чисто. На дороге никого не было, но лучше тут не задерживаться. И зачем он тебе? Мне надо задать ему пару важных вопросов. Надеюсь, ты получишь пару важных ответов. Сол. Здесь мы закончили. Все чисто. Слышал, ты спас Митча. Он и Панам. Они оба мне помогли. Надеюсь, он этого стоил. Я пыталась связаться со Скорпионом. Может, я могу чем-то помочь? Ты уже помогла. Я пыталась его удержать! Круто! Отворачивайся! Делай вид, что меня нет! Это у тебя всегда хорошо получалось! Погоди. Панам правда не виновата. Помолчи, мы с тобой на брудершафт не пили. Никто никого не обвиняет. Ни в чем. Да, конечно. Это все из-за меня. Панам помогала мне. Если бы не я, Ави бы не сбили, и Скорпион со своими парнями за ним бы не поехали. Ты понимаешь, Сол? Если ты Альдекальда, ты отвечаешь и за себя, и за свой клан. Независимо от обстоятельств. Может, Панам нужно спросить тебя, по-прежнему ли она Альдекальда? Просто охренеть. Да не парься из-за Сола. Он потом успокоится. Да, мне все равно. А ему далеко не все равно, Панам. Сол сказал ехать за вами, когда про все узнал.
Он волновался за тебя, понимаешь? Это он сказал? Слушай, может, вы с ним пока в контрах, но мы одна семья. Для семьи Сол сделает все. Только я уже не уверена, что я с вами одна семья. Ты знаешь, что это так. Возвращайся. Понимаю. Извини, что тебе пришлось на это смотреть. У нас иногда бывают такие споры и драмы. Но ничего, переживу. И ты тоже. Ну, старайся не лезть на рожон, окей? Ну, что теперь? Вернешься в Найт-Сити? Я-то? Ну да, наверное. Мне надо посидеть и подумать о разном. Сол и Митч, они ведь правда считают тебя частью семьи. Может, стоит дать им шанс? Не все так просто. Как и в любой семье. Они на подлете. У вас минута. Валим! Я тоже поеду. Байк Скорпион остается тебе. Осторожнее с ним. Эй. Где я? Что это за место? В мотеле, в жопе мира. А можно поконкретнее? Это не важно. Тебе все равно отсюда не выбраться. Зачем мы здесь? Я хочу поговорить про биочип, который ты сделал для Арасаки. Хорошо. Только сначала давай кое-что проясним. Тебя прислал не Юринобу Арасака? Нет. Значит, у тебя ко мне предложение. Если твой босс платит больше, чем Кан Тао, можем поговорить. Меня никто не присылал. У меня проблема, и ты поможешь ее решить. Не понял. А при чем здесь тогда биочип? У меня в голове конструкт Сильверхенда. Это сводит меня с ума во всех смыслах. И будет еще хуже, если его не убрать. На плакатах об этом не писали. Даже мелким шрифтом. Как Сильверхенда? Его конструкт? Это невозможно. Откуда у тебя этот биочип? Я украл его. У Юринобу Арасаки по заказу одной тёлки, которая потом меня кинула. И ты решил, что лучше всего будет засунуть его себе в голову? В тот момент других идей не было. Потом я словил пулю в бошку, и конструкт меня перезагрузил. Я знал, что план Юринобу провалится. Кто бы мог подумать, что это будет именно так. Уникальный прототип Арасаки буквально оказался на улице. Сука, убери биочип из моей системы! Это не так просто. Я не понял сейчас. Это же ты его сделал. В чем проблема? Если ты говоришь правду, то в голове у тебя новая экспериментальная версия биочипа. Просто так его не вынешь. Мой Риппер сказал... Ты что, показал биочип какому-то мяснику? Кто еще о нем знает? Да я чуть не сдох. Или ты что думаешь, что я первым делом поехал сбивать Ави Кантао? Чем эта версия отличается от старой? У нее другой тип энграммы? Более... Разумный. Агрессивный? Уникален сам биочип, а не энграмма Сильверхенда. Все предыдущие версии чипа служили исключительно для контакта с записанными энграммами. Они выпускались поштучно и стоили дохера. Все верно. А этих еще меньше. Они служат для установки энграммы в новое тело. Когда я уходил из Арасаки, проект был еще на этапе тестов. Как по плану должна работать эта новая версия? Вы хотели, чтобы энграммы выкидывали людей из их собственных тел?
Так и должно быть. Во время испытаний мы предполагали, что тела к моменту установки чипа будут уже нейронейтральными. То есть мертвыми? Да. Поэтому то, что случилось с тобой, так интересно. И сколько стоит бессмертие? Кто мог бы позволить себе такой чип? Никто. Эта модель должна была остаться в лаборатории. Прототип делали по приказу Сабура Арасаки. Он лично с самого начала курировал весь проект. Если бы не Юринобу, никто бы о нем и не узнал. А если бы не ты, проект бы не завершился успехом. Это настоящий прорыв. Ладно, твой прототип работает. Теперь вынь его из меня. Ну-ну. Мне надо на него посмотреть. Ладно. Ах-а! Невероятно! Это похоже на... Жесть какая. Этот пиджак будет нам помогать. О, боже! Что? Что там? Как жаль, что я не смогу это толком изучить. Да, очень жаль. Не быть тебе подопытным кроликом. Говори, что делать. Мне очень жаль, но у меня плохие новости. Твоя нейронная сеть полностью разрушена. Она не сможет работать самостоятельно. Единственное, что я могу сделать... Давай поторгуемся. Это дать тебе координаты хорошей клиники в Швеции. Там прекрасное оборудование. Тебе помогут справиться с болью на терминальных стадиях. Погоди. Ты сказал, что проект был на стадии тестов. Откуда ты знаешь, чем это кончится? Я-то знаю. Я только что видел, как конструкт грызет твой мозг. Он запрограммирован так, чтобы приспособиться к новой среде. Любой ценой. А твой недоразвитый куриный мозг не умеет с этим бороться. То есть, Энграмма рано или поздно победит? Да. А из того, что я слышал о Сильверхенде, эта победа будет именно в его стиле. Ну надо же. Похоже, я стал легендой в Арасаки. Так что именно происходит у меня в голове? Это лучше ты мне скажи. Каково это – жить с двумя личностями? Это не то же самое, что слышать голоса в голове. Ты одновременно и ты, и Сильверхенд. Я вижу его и могу с ним разговаривать. Это, конечно, не вполне разговор, но я понимаю, о чем ты. Скажи, ты уже заметил, что конструкт влияет на твои решения? Блять, может, хватит? Если надо что-то решить, Джонни становится просто голосом в голове. Даже если у него другое мнение, он не может меня заставить. Не поспоришь. Таких упертых носителей еще поискать. Ты не то, чтобы с ним сражаешься. Его влияние будет проявляться постепенно. Медленно, но верно. В смысле? Ты начнешь делать то, что раньше казалось неприемлемым. Для прежнего тебя. Ты же знаешь, кем он был. Это не просто рокер, это фанатик. Террорист. Самоубийца. Ну ебануться. И кто же из нас втирает тебе хуйню? Поэтому я считаю, что тебе пора подумать об изоляции в клинике. Джонни, по крайней мере, не продался, как ты. Ты его защищаешь? Или это он сам сейчас говорит? Погоди, погоди. Может, он даже пытался уже взять контроль над твоим телом? Только на минуточку. Нет. Слушай, а правда? Хорошая же идея. Слышь? Шучу. Ты смотри, этот пиджак тебя сейчас заболтает. Знаешь что? Хватит с меня. Ты тянешь время, что ли? Не пойму никак, ты пытаешься убедить меня, что бесполезен? Тогда я просто стрельну тебе в башку и сэкономлю нам обоим время. Ну, наконец-то. Я попытаюсь тебе помочь. Если ты пойдешь со мной в Кантао. Пытаться недостаточно.
Такое ощущение, что ты как будто хочешь купить себе проход на китайскую сторону. За мой счет. Ты знаешь, сколько стоят данные в твоей голове? Даже если я не смогу тебе помочь, их надо спасти! Ебать мой лысый хуй. Он совсем, что ли? Сам же сказал, что ты прав. Забудь про Кантао. Других идей нет, что ли? Если ты хочешь обратиться к кому-то еще, могу отдать тебе данные по проекту. Полную документацию, чертежи, расчеты. Кантао предлагала за нее довольно много. Данные у тебя? Нет, блять, у тебя. Нахуй нам сдался без них. Ви. Такэмура? Что он тут делает? У него к тебе тоже пара вопросов. Не огорчай его. Вдруг он тебе поможет. Почти закончили. Где данные? Лучше, чем ничего. Может, найдем кого-то, кто понимает этот технотреп? Что вы с ним сделаете? Пока еще не решил. Вы что, серьезно? Ну, я могу быть импульсивен. Он ваш. Я вас оставляю. Я надеюсь, мы договоримся. На твоем месте я бы приложил все усилия. Ви, я запомню это. Ну, ох, как с Хельманом можно считать. У меня язык, как наждачная бумага. Блять! Да. Что за. Да. Неужели Ви не дал тебе даже стакан воды? Блять! Возмутительно. Бесчеловечно. Я не такой. Ты сразу почувствуешь разницу. Я дам тебе целые бедра. Нет, не стоит. Да сядь ты, господи! Это биочип? Третий же месяц беременности. Очень смешно. Шутки шутками, но выглядишь ты хреново. Сука! У тебя сердце барахлит. Посиди, отдохни. А то обнулишься, а нам еще дела делать. Бла-бла-бла. Ебать Росаку. Бла-бла, блядь. Взрывать Микоши. Ты че, правда превращаешься в меня? Не исключено. Собачимся, как два старых пердуна в парке. Пора бы немного остыть и начать доверять друг другу. Я уже не понимаю, что делаю. Раньше я хотел стать легендой Найт-Сити, а теперь хочу просто выжить. Только перед лицом смерти человек становится тем, кто он есть на самом деле. Ты еще вполне успеешь кем-то стать. Да, может быть. А как это было, когда ты умирал? Я чувствовал себя королем. Даже не думал о поражении. Не верил до самого конца. Только сейчас начинаю понимать, что умер. Сейчас? У тебя было полвека, чтобы это понять. Микоша как будто усыпляет, понимаешь? Я не ощущал, что время уходит. Просто не замечал этого. Со мной делали, что хотели. Я помню только холод, темноту и страх. Или это была твоя смерть? Слушай,
Зачем вообще Арасака построила Микоши? Был бы я в голове Сабура Арасаки, а не в твоей. Ха-ха. Подкупай людей, промываем мозги, но только в Микоши ты можешь заглянуть им в душу, проанализировать ее и перепрограммировать. Они собрали там неплохую коллекцию. Все как один талантливые раннеры с убитыми душами. Наверное, их как-то используют, как-то контролируют. Власть над сердцами и душами. Вот зачем все это. Как обычно. Корпорации всегда стремились управлять людьми. Амбиции Сабура еще больше. Он хочет управлять человечеством. Да, теперь ясно, почему ты ненавидишь Микоши. Ее не должно быть. То, что там творится, причиняет миру больше горя и вреда, чем все войны корпораций. Знаешь почему? У тебя отбирают право на смерть. Но ведь больных держат на искусственном дыхании, и ничего, это не самое худшее. Хуже всего, что они могут изменить твою личность, а ты даже не будешь знать, что стал кем-то другим. Корпорации уже забрали у нас весь мир, а теперь тянут лапы и к нам. Идем. У нас много дел. Идем. Mm-hmm.